1 июля открыть движение полноценное по всей улице Чистякова, останется только благоустройство. И до 1 июля сделаем съезд. Спасибо. Вот в этой точке. Спасибо. Работы по реконструкции улицы Чистяковой вышли на финишную прямую. Переустроены коммуникации, переложены линии связи, сети электро- и газоснабжения. Установлены водопропускные трубы, обустроены подпорные стенки. В настоящее время ведется установка шумзащитного экрана и укладывается асфальт. У нас 3 слоя асфальтобетонного покрытия предусмотрено проектом. 2 из них лежит, остался верхний слой покрытия. Это щебеночно-мастичный асфальтобетон. На объекте задействованы 60 человек и 20 единиц техники. Строительные работы ведутся в соответствии с графиком. Помимо реконструкции дорожного полотна, на прилегающей территории также проведут благоустройство. Высадят деревья, молодые липы, клены, акацию и декоративный кустарник. Обсуждается возможность внесения изменений в схему дорожного движения для удобства жителей. Также в планах организовать дополнительный выезд на улицу Чистяковой от дома номер 8, примыкающего к круговой развязке. Елена Краева, телекомпания «Одинцова». Редактор